Партия «Родина». Только достойные люди. Певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Многие спрашивают меня: «Таня, зачем ты идешь в Госдуму? Этим только запятнаешь свое честное имя». А я иду в Госдуму с простой целью – принять закон об абсолютно бесплатном лечении всех детей России, чтобы наши граждане не собирали смс-ками деньги для отчаявшихся родителей. Сегодня мне стыдно за это. Россия – богатая страна, и мы можем вылечить всех детей лучшими препаратами и современными операциями. Деньги на это в бюджете России есть, потому что это наши дети и наша Родина. Госдума. 19 сентября. Партия «Родина». Не за власть, а за Россию.